Всем привет! Ребят, вы любите вездеходную технику, любите зрелище? Ну что ж, специально для вас с 12 по 15 октября будет проходить вездеход Трофи 2017. Это Ленинградская область, Кировский район, окрестности поселка Малукса. Ссылочка, где это будет проходить точно на карте, в описании. Свободный подъезд на машине к площадке, то есть можно будет спокойно подъехать с семьей, с детьми, и посмотреть это зрелище, посмотреть это интересное мероприятие. На самом деле будут съезжаться со всей страны вездеходчики. Это пока первое такое вот именно специализированное вездеходное соревнование. Проходит оно пока что более в формате дружеской встречи. Но будут интересны и коротенькие соревнования, будут и соревнования по большой трассе. Будет несколько категорий, это будет народный класс, это самодельные вездеходы и прочее. Будет класс более 1500, это колеса более 1500 миллиметров в диаметре, в него войдут и шерпы. В общем, будет интересно. Сразу скажу, я в спортсоревнованиях не участвую, потому что, ну, нам техника нужна для другого. Но мы будем ездить, будем снимать. Если вы увидите нашу машину, обязательно подходите, будем здороваться, общаться, знакомиться. Если будет такая возможность, значит, мы и прокатимся на нашем боевом вездеходе. В общем, всех мы ждем на этом мероприятии. Ссылочка в описании, где будет проходить регламент. Кстати, ждем и участников. Читайте регламент и приезжайте. Это будет здорово, интересно, весело. И у всех есть шансы. Кстати, главный приз — это комплект колес Тром-16, колеса 1600, который сможет выиграть любой участник, участвующий в зачете «Народный вездеход». Это, повторюсь, вездеходы с колесом меньше 1500. Там не будет шерпов и прочих каких-то мощных машин. То есть у всех будет шанс на выигрыш. Ребят, ждем вас. Всего хорошего. До встречи. Пока. Спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца. Если понравилось, ставь лайк. Также мы хотели бы тебе порекомендовать следующие ролики. Вот это для тебя подобрал YouTube. Вот это наш самый последний новый ролик. И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись вот здесь. Нажми на кружок. Спасибо. Пока.